Так каков план? Когда выходит Reckless, подсунь ему свою музыку. Если он услышит хотя бы одну из твоих песен, знаю, он тебя продвинет. Привет, что нового, Reckless? Как тебя зовут? Lady Vars. Давай, скажи что-нибудь из этого. Уверенность от нее тошнит. Мое превосходство заметно. Мое высокомерие бездонно. Это видно. Я — это все. Эй, привет. Должен заехать в студию как-нибудь. О, да, обязательно. Ред. Ред, ты в порядке? Эй, помогите позвонить в 911. Рэпер Young Reckless был объявлен мертвым прошлой ночью. Девушка, твоя песня стала популярной. Ты захочешь это увидеть? Она была там, когда умер Reckless. Это то, что нужно. Найдите ее. Мы ее уже нашли. Хотят заключить с тобой контракт на 360 альбомов. Зачем вы вообще ее подписали? У нее нет таланта. Все так быстро происходит. У тебя есть еще рифмы? Да. У меня много рифм. Я готов. Класс. Посмотри. Эй, суперзвезда. Кажется, ты нервничаешь. Я знаю, что это ты сделала. Ты следующая. Ты чувствуешь, что за тобой наблюдают? У рэперов обычно короткая жизнь. Я не знаю, хочу ли я этого. Музыкальный бизнес непредсказуем. С ним сложно.